В эти минуты стартует экстренное заседание Совбеза ООН относительно обострившейся ситуации в Азовском море. Встречу одновременно запросили Россия и Украина. А в Киеве сейчас продолжается заседание Верховной Рады. Ей предстоит одобрить подписанный Порошенко указ о введении военного положения сроком на 60 дней. Однако с первой попытки это сделать не удалось, потому что депутаты обнаружили, что распространенный в Раде проект указа отличается от проекта, размещенного на сайте президента. В нем обнаружилось, что вместе с военным положением вводятся ограничения на права и свободы граждан, что фактически срывает полноценное участие в предстоящих президентских выборах кандидатов от разных политических сил. После возмущения депутатов президент предложил сократить срок военного положения до 30 дней. Окончательное решение еще не принято. Напомним, накануне российской стороной были задержаны принадлежащие украинским военно-морским силам судно, два бронекатера «Бердянск» и «Никополь», также буксир «Яны Капу». Как утверждает российская сторона, они пытались пройти без разрешения, из-за чего была применена сила. По заявлениям Москвы, инцидент в Керченском проливе – это спланированная провокация Киева. В Киеве же обвиняют Россию в агрессии.